Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня будем производить монтаж теплицы Митвайдер. Ширина теплицы 3 метра, длина 5 метров. Будет ставиться на фундамент. Фундамент уже залит заказчиком. Сейчас будем собирать торцы и ставить каркас. Вторая часть монтажа. Торцы собрали, прикрывана прикрутили на них. Также скрутили каркас. Анкерами закрепили к фундаменту. Сейчас будем прикручивать отливы, коньки и форточные иголки. Каркас обшили поликарбонатом, подготовили его теперь, чтобы перекрыть стеклом. Это осталось у нас крыша и правая стенка. Малая часть стенки. Как оно у нас вообще пойдет? Доходы доверху, наверху. Потом будем устанавливать двери алюминиевые и форточные блоки. На сегодня монтаж у нас закончился. Перекрыли одну стенку поликарбонатом, установили стеновые форточки, закрепили их. Также перекрыли одну половину крыши стеклом, вторая пока не перекрыта, и установили форточные блоки. Также была установлена алюминиевая дверь. Осталось доделать стенку и маленькую часть крыши. Третью часть монтажа мы закончили на второй день. Доделали перегородку. Двери сделали. Также половина крыши оставалось нам перекрыть. Перекрыли и одну стенку. Также натянули систему подвязки. Ну и на этом все. А еще загерметили. Где были у нас отверстия небольшие, замазали герметиком. Сегодня мы производили монтаж теплицы Митвайдер 3 метра шириной, 5 длиной. Как мы видим, у нас сверху идет 3 форточных блока для проветривания. На термоприводах 2 больших, 1 маленькое. Там у нас идет торец и перегородка. Отдельное отделение от теплицы. Также у нас одна стенка идет перекрыта стеклом, другая поликарбонатом. Там, где поликарбонат, 2 форточки стеновые. Дверь у нас алюминиевая. Все покрашено в серый цвет. Теплица устанавливалась на фундамент клиента. Клиент заливал фундамент. Мы приехали, собрали каркас, закрепились, заанкерились. Также внутри теплицы мы натянули систему подвязки, чтобы можно было подвязывать свои растения. Ну и также будут тут еще шторками закрывать. В маленьком отделении успешно стала емкость для воды. И также система подвязки тут. На этом все. Не забываем подписываться на наш канал и смотреть новые выпуски.